Бандибон представляет компактные развивающие игры в дорогу, малышам книжка-конструктор, животные их повадки и изучаем времена года. Игры отлично подойдут детям от 3 лет. Игра в дорогу малышам, книжка-конструктор, животные их повадки – это компактный и удобный конструктор в виде книги со множеством обучающих свойств. Каждый лист книги поделен на 3 части. Каждый разворот страниц содержит информацию о животном. Вверху его повадки и черты, внизу изображение. Для малышей возможно последовательное перелистывание страниц, для детей чуть старше – хаотичное. Например, начните с середины книги, остановив выбор на несоответствующих друг другу частях. Подбирайте с малышом нужные фрагменты, чтобы получилось цельное изображение животного и подходящее ему описание. Такой ход игры отлично развивает цветовосприятие, логику, моторику. Создавайте и собственные комбинации зверушек для развития фантазии и творческой натуры ребенка. «Изучаем времена года» — это интерактивная книга в дорогу с пальчиковой игрушкой и яркими иллюстрациями 4 сезонов внутри. Забавный плюшевый утенок Утя и его друзья отправляются в путешествие по временам года и будут менять образы и декорации на каждом развороте страниц книги, рассказывая малышу об основных отличительных особенностях зимы, весны, лета и осени. В книге есть также вопросы и задания, тренирующие внимание, память и логическое мышление. Забудьте о скучных путешествиях вместе с замечательными мини-играми в дорогу от Бандибон. Красочные и компактные, они будут идеальными спутниками для маленького непоседы. Очень важно развивать у малыша внимание, усидчивость и логику, а лучше делать все это во время увлекательной игры. Бандибон для ярких идей и веселых затей!